блюдом. Это не варенье, кашу. Давай, начинаем. Начинаем. Берем что? Вот мармеладку. Так, мармеладку. Отлично. Скажи, вкусно? Вкусно? Угу. Так. Это вы на газовую плиту, да, складываете? А сколько требуется мармеладок для этого? Я не знаю, 3. 3? Вот столько. Вот столько? Угу. У вас ингредиент упал. Ну ничего. Где? На пол. Готовьте, ладно. Это горошек у вас упал. Это для чего горошек вам? Для чая, для каши, для супа, для чего? Для каши. А, ну хорошо, давайте начнем тогда. А кто придумал этот рецепт? Я. Отличный рецепт. Пусть подождет. Пусть подождет? Да. Перец? Да. Ну пусть подождет. Хорошо. Добавляем что дальше? О, это ж фасоль. Фу. Ну как же фу? Когда она ее сваришь, она очень даже мягкая и вкусная. Сколько добавляем фасоли? Фасоли у нас 30 минут. А, 30 минуток. Мы подождем, когда она сварится. Но она сейчас не сварится. Добавляйте, добавляйте, добавляйте. Скажи, сколько минуточка пока можно на кастрюле кладить? Скажи. А сколько вариться должно? 5 минуточек подождать. А, 5 минут подождать. Ну, давайте. Как, а вы сами ели эту кашу? Нет. Нет? Ну, вы уверены, она вкусная или нет? Нет. Невкусная? Невкусная будет. А зачем тогда? Но она интересная должна быть. Да. Интересная. Главное, что интересно варить ее. Нет. Так, значит, мы добавляем туда фасоль. Упак. Фасоль, мармеладки. Можете всю не добавлять фасоль, мне кажется. И так уже, по-моему, предостаточно. Ну, да. Добавляем вот эти. Перчик, да? Да. Это такое смесь или ватрушка. Должно быть вкусно будет. Да. Но они что-то не доставаются. Нет, они там есть. Вот, все. Достаточно. Достаточно, достаточно. Даша у нас любит готовить. Да, Даша? И кормить этим папу. Они невкусные? Ну вы... Они горькие. Ну да. Это чисто приправа такая. Такая приправа. Приправа, да. Далее. А почему... Почему... Ну давай готовить супчик. Давайте. Наливаем воду, да? Да. Наливаем воду. И кладем сахар. Подожди, что
вкусно. Это 3 сахара. 3 ложки сахара, да? Да. И 5 минут варить. А ты сама-то будешь кушать эту кашу? Да. Ой, отлично, отлично. А газ-то ты включила? Нет. Плиту. Не газ, а плиту. Нет, еще 5 минуточек. Хорошо. Я смотрю, у тебя на столе еще чайники стоят. И еще какая-то плита. Да. Лавровый лист. А лавровый лист тебе для чего? Листики для чего тебе? Для чая? Да. Вот отлично. Так, теперь ты плиту включаешь, да? Угу. Все, заработала? Да. Каша сварилась. Каша сварилась? Ну, давайте суп. Мне давайте суп. Наливайте. Нет. Почему? Потому что я хотела чай приготовить из чая, а не из водички. Ну, ничего страшного. Мы с вами сейчас поужинаем. Готов суп? Ну, подождем тогда. Мы ждем дальше приготовления. Приготовление супа или каши? Что-то у нас упали. Надо посмотреть, как красиво ли они. Ой, как плавают красиво, а? Мармеладки. А листьев вы туда не добавите этого? Этих лавровых? Да, добавим. Это... Для запаха. Каша-малаша. Новый повар, повар. Да. Ну все? Нет. Что-то она большая какая-то. Ну отложите. Надо хорошая каша. Главное, интересная, правда? Да. Интересная. Варись, варись, варись. Все, можно на тарелочки раскладывать. Мне кажется, уже можно. Не я. Почему? А мне кажется, уже надо на тарелочке раскладывать. Скоро утонет мармелад. Надо перемешать. Мармеладки что? Мармеладки скоро утонут. Мармеладки. Еще добавляете что? Сахар. Молодец. Какая простая. Каша. Да, простая, но вкусная кашка. Положите мне на тарелочку, пожалуйста. Ну что, Дашенька, супчик готов? Нет, еще. Ну как же, ты уже разложила же его. Да. Но еще супчик покушаю. Все. Готов? Ну, да. Ура! Давайте посмотрим, что же получилось. Вот такая красота. Да? Даша готовила на этой плите.
воде. Даша, скажи всем до свидания и спокойной ночи. До свидания, Все. Все, устала, да, ты? Да. Или добрый день? Или да. У кого ночь, у кого день, у кого утро, да? Да. Ну все, до свидания. До свидания. Будем сейчас с Дашенькой кушать. Пока-пока.